Но вы сами будете петь, наверное. Я никак не могу не похвастаться. Такой крен в жизни не получал. Хотя прошло уже пару лет, 100 раз рассказывал. Вот старческое, так сказать, хвастовство. Значит, да. В городе Иркутске, 2 года назад уже, на концерте, значит, полный зал, а директор филармонии мне говорит: «Александр Ильич, странно на вас люди пришли. Я их никогда в филармонии вообще таких в жизни не видел». А узнав, что я приехал в Иркутск, геологи со всей грязной тайги из Байкала отовсюду приехали на меня поглядеть. Причем они приехали в такой своей прозодежде, в штормовках, как из моей юности, да и на вездеходах даже кто-то приехал. И вот, значит, перерыв, фойе, выхожу я в антракте, и за мной стоит какой-то здоровый бородач и говорит: «Рвал, интересный к нам человек приехал, а все наши песни знает». Все перекаты, да перекаты, посадьбы их по адресу. На это место уж нету карты, плывут вперед по адресу. На это место уж нету карты, плывут вперед по адресу. А где-то бары живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камри, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камри, владеет ветер моей дырявой лодкою. Большой кеда на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен вину, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Хор! Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, а судьбы их по адресу. На это место уж нету карты, плывут вперед по адресу. На это место уж нету карты, плывут вперед по адресу.